Добрый день, друзья! Я рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу немного рассказать еще о польских продуктах, о том, где мы их покупаем. Вот за моей спиной Бедронка. Это один из самых популярных польских супермаркетов среди самих поляков. Здесь нормальные продукты, небольшие цены. Вот туда мы сейчас и отправимся. Не знаю, разрешат ли там снимать. Ну, попробуем. Итак, пойдемте. Вот она, Бедронка, ближе. Содержание низкие цены. Каждый день низкие цены. Так, попробую зайти, если разрешат снимать, покажу вам. Я взял такую корзинку на колесах. Сейчас пойдем. Витрины. Мне нужен молочный ряд. Есть сосиски, колбасы. Вот. Здесь сыр. А вот кефир. Если это кефир, нет, это йогурты. Тут йогурт 250 грамм. Один злотый. Вот. Сырники. А вот кефир. Ну вот. Вот такой мы брали. Вот получается 400 грамм. Стоит 95 грошей. То есть на наши деньги это 6 с небольшим гривен. Есть более густой. Тоже 400 грамм, этот по злотому 35. Здесь молоко, вот злотый 89 стоит, есть более дорогой по 2. Вот. А мне еще нужна сметана. Возьмем сметану. Ага, вот такую дососу и зуб. Потом покажу, сколько она стоит. И масло 4,29. Тут разное есть. 4,99. Масло, ну это 200 грамм. Маргарин 2,45. Хлеб рыцарский. Это
нравится такой хлеб. Тут еще возьму творог. Я продукты до этого покупал. И просто нужно кое-что докупить. Наши соотечественники пошли. Ну, здесь много проживает Украины. Сейчас, подожди секундочку. Творог полтлусты. Это полужирный. Полужирный творог. 2,35 злотых. Вот яйца продаются 3,79 за 10 штук. Вот. Такие пачки. И есть. Щелковая. Да, не знаю, что это такое. Эти чуть дороже, около там 4. Ну вот, друзья, я вышел из Бедрунки. Я, как говорил уже сегодня, я не покупал много продуктов. Я чуть докупил то, что закончилось. Купил вот десяток яиц. Купил сметану, творог и еще вот такие хлопья, овсяные хлопья на утро. Вот все это вместе вышло 9 злотых 78 гроши. Сейчас еще раз, чтобы примерно представляли цены. Яйца 3,79, сыр 2,35. Сметана злотый 69 и хлопья злотый 95. По-моему, недорого даже на наши зарплаты, а уж люди, даже пенсионеры здесь свободно могут себе позволить эти и другие продукты. Вот, в принципе, все, что я хотел на сегодня показать у Бедрунки. Приношу извинения, может быть, видео получилось не таким четким внутри, там, не знаю, можно, нельзя снимать, поэтому я так снимал неявно, скажем так. Ну, что удалось снять, то все вам показал. Если понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и будем здоровы!